Я просто взял три кубы, это уже две кубы, которые, короче, которые там были. Татьяна, опять много тенниса? Подокреплен. Красный нету, значит нажали. Да. Плечи прям так. Да? Я отгадал? Не, прям плечи подокрепли с руками. Не. Мне больше на движение обращаю внимание, чем на все остальное. Не, ну он по удару так и летел, потом остановился, после остановил руку. Все правильно сказали. И по плоскости так же было, что вау. По смыслу вау. Да. Счет? А теперь от защитки. Пора блокирующий было сделать.
Плоский, конечно, конечно. И плоский прием. О, игра пошла. От защиты высокий. Высокий от защиты опять. Хорошо, атаковали чуть-чуть, и потом опять от защиты. Не надо было продолжать атаку. Да, микс штук такая. А почему бэкхендом? Да что счет такой? Ты что же, а если Олег перехватил? Не-не, Татьяна просто там стояла с опущенной ракетой. Там хороший удар, нет там в самый край попал, то я думаю, тоже будет аут. Yeah!
Хороший? Не, серьезно, а что? Да, молчи, когда. Да. А это парёчка. Прием подачи? Да. А, конечно. А вы какой думаете? Я думаю, прием смешан. Это тоже можно. Не знаю, мне как раз кажется наоборот. Тут что-что, а прием подачи, откидка, подставка. Не, надо, лифт. Надо. Плоский разве что вот там. Плоский влево, в левый задний. Не, ну вы 12 очков отдали, а так... Не, вот знаете... Когда раз себе играть нормально. Прием, подача кончится. Короткий, плоский. Ну, то есть... До линии подачи? Да. Прием подачи до линии подачи? А, ну, до линии или там, до центра. А, до задней линии подачи? Нет, нет. Подайте. Давайте я плохо подам, чтобы вы... А. Чтобы вы смогли сделать то, что вы мне говорите. Все по бокам. Спасибо. Ну, сейчас плоско. Ну, обычно. Ну, вот, ну, то есть, вот, что вот.